wins come from is joycasino.com. При проблемах с доступом вбивайте joycasino5.com. Три месяца назад анонимный источник прислал нам жесткий диск с необычной записью. С тех пор правительство США забрасывает нас судебными исками, требуя сдать или уничтожить материал. А наши серверы регулярно подвергаются хакерским атакам. Чтобы защититься от дальнейших нападок или расправы, мы опубликовали и полную версию видеоматериала на нашем сайте. Правительство США до сих пор отрицает подлинность данных записей. Тройное W, the truth behind it. Валим отсюда! Давай! Живи ты! Давай! Где же выход? Патроны почти все! Там слева! Мы только что оттуда! Черт! Их слишком много! Ну что, ноги отнялись? Батарейки сели? О, нет. Твою ж мать! Запретная зона. 14 часами ранее. Костюмчик просто секс. Но мы все равно не просочимся туда. Спокуха! Накинешь куртку. Ага, Кларк Кент. Очки надеваешь, и все такие: «Да это же другой человек!» Между ног не жмет? Норм. А что такое тяжелое-то? Аккумулятор для фонаря 3D-камеры. 24 часа. Без подзарядки. Ну да, таскать-то не тебе. Прокачаешься, Брюс Ли. Давай, камон! Иди сюда, ублюдок! Давай, давай! Хорош, сдаюсь! Тук-тук. Привет, детишки. У вас тут что, репетиция гей-парада? Тоже хочешь? Эй! Ты еще будешь гордиться своим братом, когда он станет самым знаменитым VIP в городе. По-любому. Буду гордиться, если дашь ключи от тачки. Тачку? Бери. Спасибочки. Лучший брат на свете. Как я выгляжу? Круто. Да уж. Ой, только что-то царапается на шее. Ты не могла бы... Ага. Где? Чуть левее. Так. Наверное, лейба. Вот так. Ничего не вижу. А я вижу. Ничего. Нет тут лейбы. А, уже прошло. Спасибо. Обращайся. Ладно, зайчики. Развлекайте друг друга дальше. Пока, красотка. Пока-пока. Такая тёлочка. У меня аж привстал. Коперни мне запись. Чего? Ты заснял сиськи моей сестры? Ты тоже хочешь копию? Ты снял сиськи моей сестры! Расслабься, Чуви. Мы вот-вот вскроем одну из последних тайн Второй мировой, а ты снимаешь сиськи моей родной сестры? Чувак, да это же сиськи в 3D. Отдай сюда камеру! Сигнал пошел. Да. Ух ты! А что этот урод делает на моей руке? Я же говорил, это трансляция с вебки. Так мы будем держать связь. Круто! Дай заценю. О, четко! Это же технология 7-го айфона. Прекращай тупить уже, а? Ты мне сиськи твоей сестры будешь включать? Погнали. Слушай, еще не поздно. Ты можешь передумать. Почему это? Можно доработать костюм, поискать побольше инфы. Хорош! Мы столько времени ждали! Совершенно секретно! Чёртово золото! Круть! Это опасно! Опасно! Хватит нудить! Ладно, шанс у тебя был. Надо все настроить. Что? Снимай шлем! Давай сюда! Давай! Хорош! У нас все чисто, даже не надейтесь. Шутник, что ли? Поржу после отбоя. Чего вам здесь надо? И какого хрена он одет, как перец от Звездных войн? У меня батя здесь работает. Мы на стрельбище. Этот парниша хочет научиться шмалять. Ну-ну, старик-то знает, что ты приехал? Так точно. Вот. Черт. Позвонить ему? Нет. Порядок.
Нигде не останавливаться. С дороги не сворачивать. Как поняли? Не останавливаться, не сворачивать. И никаких глупостей. Все по-серьезки. Ага. Слышь, а пропуск-то реальный? Сам ты как думаешь? Ну ты прошаренный чувак. Тормози, тормози, приехали. Давай тебя экипируем. Так, ключи. Головой за тачку отвечаешь, чтоб не царапины. Обещай, не царапины. Я серьезно. Если что, ушатаю. А потом реанимирую и еще раз ушатаю. И еще, и еще. Да-да. Ну, смотри. Эй, боец, погоди. Чего? Держи. Дневник? Будь аккуратен. Ты меня знаешь. Вот именно. Пупса, я нашел забор. Уверен, что это он? Похоже на то. Надеюсь, что тот. Че у нас с охраной? Расслабь попку, их тут нет. Ток есть? Отключен. Уверен? Да, проверял. Ну ладно, тогда вперед. Маркус, отпускай! Проси, проси! Только не умирай! Маркус, эй! Маркус? Чего? Видел бы ты свое табличку. Пора менять памперсы. Надеюсь, ты на мину наступишь, урод. Это того стоило. Кстати, я понял, что ты шутишь. Да полюбасу. Пусть ты выживешь, а то, что между ног оторвет. Обращайся. Чё-чё? Патруль! Чего? Тебя видели? Не знаю. Чёрт, остановились. Будь аккуратнее! Слышишь? Аккуратнее! Тихо ты! Эй, что там? Пацан! Сиганул через дорогу! Откуда пацан возьмется? Да лось, наверное. Сам ты лось рогатый. А может и рогатый. Моя давно мне не пишет. Эй, я серьезно. А если тут посторонний? А то тебе не пофигу. Да, наверное, показалось. Да это тебе показалось, что у тебя секс в жизни был. Это у тебя сейчас секс будет. Пойду отолью. Что за... О, нет, чувак. Отойди. Не плюйся. У тебя трубу порвало. Иди за... Ты что, месяц не спал? Завязывай с этим, а то будем звать тебя Сыкло. Понеслись. Это длилась вечность. У тебя явно талант. Нет, 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 нет! Ё, нам крышка! Я пришел с миром. Скажи, мне надо бежать! Дорогу! Уходи налево! Нет, в другую сторону! Вправо, что ли? Черт! Эй! Эй, стоять! Стоять, если кто-то нас будет! Тебя там так не отстрелили! Ну что за солдаты? Ленивые упыри, прям как ты, пончик. Что? Ух ты, тёлка!
Нет, нет, нет. Нет, а ну-ка, милая, не дергайся. Не с места. Даже не думай. Прости за это, крошка. В следующий раз я буду нежен. Эй, бросай оружие! На! Тебя связано! Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 5, чтобы получилось joycasino5.com. И вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах. Дамба. Вот она. Пухля, я нашел эту чертову дамбу. Пухля, эй, камон, посмотри. Я с тобой не разговариваю. Черт, там бойцы. Ты там жрешь, что ли? Говори, где вход. Где-то под дамбой. Ладно, буду действовать. Давай. Только не попадись снова. Вас понял. Плащ-невидимка активирован. Давай посерьезнее, а? Расслабься. Штайн писал в своем дневнике про паровыпускной люк. Ищи его. Люк, я твой отец. Ну что, нашел? Нет, тут все затоплено. Про воду ты не говорил. Это же дамба, дебил. Ты идиотина! Я что, амфибия, а? Эй, погода! А! Маргот! Господи! Маргот! 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 Алло, Томас? Томас, ты меня слышишь? Томас? Томас? Томас, прием! Томас! Томас, прием! О, ты жив! Слава богу, чувак! Я думал, тебе конец! Я тоже вритузы наложил. Все пучком. Я в порядке. Костюм меня спас. 20 минут от тебя не пука. Тут вся база на ушах. А ты, кстати, где? Без понятия. 2GS не работает. Но ты должен это увидеть. Чужого? Тебя что, кит сожрал? Ого! Вот мне повезло. Четкое место, да? Может, это и есть тот пароотвод, о котором писал Штайн? Пухля, это точно он. Я пошел. Будь осторожен. Первый человек на Марсе. Как чертов марсианин Квотни. Где же моя картошка? Квотни. Чего? Его звали Марк Квотни. Герой фильма «Марсианин». Идиот. Уверен? Да, уверен. Как скажешь. Ты же киноман. Ой. Что там? Тупик. Видно, придется нырять. Ретранслятор поставь. Надеюсь, он работает. Работает, поверь. Ладно, посмотрим, куда оно ведет. Чао. Куда двигать? А, золото должно быть на втором этаже. Ищи лестницу. Это еще что за хрень?
видишь? Еще как вижу. Что это? Что это? А, это оно. Это то, что мы искали. Жесть. Что? Что тут произошло? Ты чего? Маркус. Какая мерзость. Тебя что, на трупов потянуло? Интересно, она еще стреляет? 70 лет спустя? Мечтай. Я же говорил. Фу-фу. Хваленое немецкое качество. Что это было? Ты это слышал? Да. Может, сквозняк или мыши? Летучие. Ненавижу их. Ты придумала, как вытащить золото отсюда? Давай сначала его найдем. Ага. Маркус? Маркус, сигнал теряется. Эй, эй, ты прерывай. Так, транслятор. Нормуль. Молодец. Лучше? Лучше. Шапень. Чего? Там кто-то есть. Я ничего не видел. Там кто-то был. Человек. Я тут не один. Может, ты ужастиков пересмотрел? Нет тут. Тихо ты. Вон он. Веришь теперь? Да. Но я не знаю, что это было. Что это было? Мужик какой-то. А может, игра «Свет и тени»? Они плохо так они постарались, чтобы живой чел показался. Единственное, что там живое, это твое воображение, параноик. Но все равно, будь очень и очень осторожен. Не нравится мне это. На верном пути. Ага, ладно. Посмотрю, что здесь. Золотом тут не пахнет. Может, тут. Посмотрим. Аккуратней, чувак. О, ну и вонь. Зацени бардак. Неудивительно, что мы продули войну. Извиняюсь, ты больше не вырастешь. Маркус! Гер Робер Штурмфюрер Браун. Как думаешь, сколько на Ebayzet это дадут? Баксов? 200-300? Мелочь. Где мое золото? Опять летучие мыши? Нет. Это похоже на... Звук шел снизу. Что ты делаешь? Забей ты на мышей. Пойду посмотрю. Что? Маркус, ты дебил кусок. Вдруг это солдаты? Не хочу, чтобы в меня опять стреляли. Я же тебе говорил. Военные не знают про бункер. Здесь ни единой живой души. Ай, черт! О, видишь? Видишь? Я же говорил. Эй, миссис, дамочка! Ух ты! О, сиськи! Как я агрессивный! Бегу, бегу! Это что, зомби? Не подходи! Нашла. Ищи выход, жердяй. Ладно. Ты, главное, беги.
останавливайся! И никуда не заглядывай! Черт! Отвали, мразь! Воображение тебе по яйцам! Дарусь, всю жопу тебе разгонает! Вместо золота гребаных зомби! Охренеть! Кто это? О! Я убирайся оттуда! Не дай себя укусить, главное! Хватит орать! Черт! Сволочь! Получи! Вот тебя! Сраный нацист! Получи! Я не вижу! Маркус! Маркус! Ничего не видно, Маркус! Маркус! Выдыхай, жиробас. Зацени, я ему весь бюст. Хватит, Маркус! Господи, псих ненормальный! Это я-то псих. А кто меня отправил в зомби-ленд? Ты меня утомил! Я в гребаных катакомбах, в которых обитает, не пойми что, жирный ублюдок. Иди нахрен! Да, да, ты! Жирный ублюдок, блин! Да, ты! Ну ладно, прости. Я тебя вытащу, клянусь. Вытащу! Только успокойся. О, я спокоен! Все это уже не весело. В следующий раз ищи себе другого подопытного кролика. Ну, харе, не гони. Черт! Жопа! Чё ты там припух? Ищи выход. Опять ты. Маркус. Ты не в моем вкусе, не поняла? Не бери в голову. Никакого секса на втором свидании, крошка. Нашел выход? Ищу. Я пытаюсь. В этих картах нелегко разобраться. Ого! Зацени, танк! Еще бы! Военная база! Не, ну круто же! Реальные танки! Ага, рад за тебя! Я в самом логове сраных фашиков. Дикое место. Ничего не трогай. Почему? О! Какой напряженный! А не надо было трогать его танк. Серьезно? Oh!
Постарайся не сдохнуть. Я ищу. Не спеши. Я хорошо провожу время. От сердечных болей. Координаты есть? Конечно. Лады, только закончу здесь. Ты чего? Ну и зачем? Буду первым немцем, который сжег этот чертов флаг. Интересно, что ты будешь делать, когда зомбаки слетятся на пламя, как тупые бабочки? Я жду их. Гори, гори, моя звезда. Звезда любви. Ну все, кайфанул. Ты кончил? Не. Теперь все. Что там с шахтой? Ищи главный ангар. Направо или налево? Налево. Ты ж говорил, америкосы не знали про этот бункер. Ну... да. Но как же без них? Действительно. Лезут, куда их не просят. Короче, ангар где-то в этом районе. Что за хрень? Подойди поближе. А как же будь осторожнее? Ну, подойди поближе, осторожненько. Отлично. Ничего не понимаю. О чем? Это винтовка М-16. Выпуска 60-х, а не второй мировой. Непонятно? И что? Базу официально закрыли и опечатали в 45-м. Что? Так-так, дружок. Пойдешь со мной? Да, получше гвоздодёра. Забудь, он ржавый. Кто знает. Ух ты! Вот вам свинцовые рульки! Чертовы янки-неудачники! Поняли? Тихо! Я больше не хочу тебе помогать! Что за стрёмный голос в моей голове? Блин, какого размера этот бункер? 8 квадратных километров. Уверен, что я иду в том направлении. Скажу, что уверен, ты меня потом как зомби отколбасишь. Точно, лучше не лажай. Пойду-ка я сюда. Слитки. Ну, наверное, звездно-полосатые опять все скоммуниздили. Черт! Погоди-ка. Стой. Это что? Это оно. Мы богаты. Золото. Мы нашли его. Там есть еще. Где? Тут. Про нацистов. Зомби, опасность. Я богат. Да-да, теперь выбирайся оттуда. Выхожу. А? Слышал? Да, один из моих новых друзей.
Вот ты где. Маркус? Ты как? Прикинь, падла стрелял в меня. Слушай, обхода нет. Придется идти мимо него. Ладно, погоди-ка. У меня идея. Ты чего задумал? Ты решил, что ты бессмертен? Видишь? Вижу, что ты почти труп. Нет, не то. Эта гниль меня пародирует. Вы можете смерти выступать? Сейчас покажу. Смотри, Элджиш. У него IQ, как у твоей мамы. Похоже, у тебя мания. Фак, хожу кругалями. С таким-то помощником ничего удивительного. Кажется, это путь к выходу. Кажется. Ладно, ты заблудился. Веселье кончилось. Видимо, карты врут. В них все не так. Я не виноват. Придется искать дорогу в Книжуле. Парь, ты вот кто. Так, так. Посмотрим. По-любому тут все написано. Не, я прошарил дневник вдоль и поперек. Там ни слова про карты. Что? В блокноте нет карты, Маркус. Ты мне его вместо туалетной бумаги дал, что ли, блин? Слышал? Почисти уши, придурок! Кто-то разговаривает. Разговаривает? Крышняк твой протек основательно. О, опять. Чей-то голос. Не знаю. Может, это сквозняк из шахты? Ты задолбал ты со своим сквозняком уже. Ладно, что он говорит? Я не разобрал. Можешь определить, откуда идет голос? Нет. Электрощитки. Может, тут есть электричество? Попробуй, включи. Ладно. Маркус! Блин! Сколько лет спустя и работает? Да обалдеть! А что это за шляпа? Нифига себе! Господи! Реально запретная зона. Ого! Итак, какие идеи, Инж? Знаешь, что это? Да, я знаю, что это. То, от чего лучше держаться подальше. Тут был кто-то очень-очень злой. Ебал. На? Алло, Вигейт? О, черт. Это пришельцы, чувак. Гребаные пришельцы. Я ходил по среднему. Он меня не тронул.
переверни. Джонсон, наручники его и переверни на спину. Не трогай меня, черт меня! Его не берут, стреляй в голову! Нет! Сержант, я не могу его остановить! Только не сейчас, черт! Жопа, свинота, блин! Так, все, успокойся. Все сдохли, а ты нет. Оружие. Где оружие? Так, вот оно. Отлично, есть. Иди к папочке. Реальная пушка. Если выберусь отсюда, все золото осталось. Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 5, чтобы получилось joycasino5.com, и вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах. А ну-ка замри! Руки поднял! Не стреляйте! Это я! Опять ты, что ли? Что там? Это он! Тот, Фриц! Тащи его сюда! Пошли! Давай, парниша! Иди сюда! Вот от кого мне задницу бомбит! Ха! Дьюк, в наручнике его! Да ладно, ребят. Прижми задницу! Слышь сюда, Фриц! Мой дед в свое время валил ваших пачками! И я без размышления вынесу мозги из твоей нацистской башки! Засунь себе автомат в Парниш, ты в шлеме. Слышь, когда мы свалим отсюда? Чего? Ты... О, извиняюсь, мам. Мадама. Ридам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Порежешься. Прости за губу, я нечаянно. Слышь, не бери в голову. Она всегда такая. ПМС хронический. Воу! О, Нил, извини. Расслабься. Я пошутил. Так вот почему ты не звонила? Эй. Чего? В чем дело? Я мочил зомбаков с удовольствием, а ваш отряд-то чё так потрепало? Да никто так и не понял. Вылезла какая-то гигантская невиданная тварь. Попробовали вальнуть. Не вышло. Пришлось валить оттуда по скорой ко всем чертям. Кажется, я понимаю, о чем речь. Ты в порядке? А сам как думаешь? Ничем не могу помочь. Я не главный. Хорош уже. Вы же не за мной пришли. Рвешься в бой? Отлично. Короче, тема сверхсекретная. Мы должны были принести контейнер с какой-то байдой. Вот только он был пустой. Сержант был зол как падла. Жуть какая. Тейлор, сюда! Есть, сэр! Все в порядке. Помочь? Нет! Назад! Я не могу остановить кровотечение. Черт!
Сэр, что сказала командование? С дороги, солдат! Дамочки, теперь мы сами по себе. Сейчас зачистим оставшихся тварей. Сюрпризы мне не нужны, понятно? Но нас не хватает! Ты слышал приказ? Все по местам! Начинайте с коридоров, чтобы ни одного гниляка не оставили! Есть, сэр! Сэр, это самоубийство! Заткнись и возьми оружие! Это приказ, солдат! Так точно! А ты останешься с Майерсом? Он умер. Останешься? Сэр, он мертв. Мать их! Черт возьми! Теряем лучших бойцов. Тейлор, тащи сюда Фрица. Есть, сэр. Шевелись. Слушай, пацан. Не путайся под ногами и не делай глупостей. Тогда все выберемся целыми и невредимыми. Это тебе понятно? Без проблем. Я за. Отлично! Он весь твой. Немчура. Эй, не зли его. Сиди тихо, ладно? Вот дерьмо, блин! Черт! Майерс, какого хрена? Валите его! В учениях не было. Какие идеи? Тихо! Это ничем не поможет. Смотрите, он все еще жив. Он жив. Слушайте мой приказ, бойцы. Подкрепления не будет. Выбирайтесь сами, немедленно. Подмога в пути? Нет. Включите головы. Надо бежать. Сейчас надо уходить. Вас не оставят в живых. Они... О, черт! Дерьмо. Ничего не понимаю. И я. Извините, он что, сказал валить на китайском? Заткнись! Рот закрой! Вам уши оторвало? Он прямым текстом сказал бежать. Надо выбираться отсюда. Третий отряд седьмому. Как слышно? Послушай. Не подходи. Как слышно? Не прикасайся к нему. Вот дерьмо. Слышь, Анил. Я знаю, что он имел в виду. Все верно. Никто за нами не придет. А я вам о чем говорю. Так что, пожалуйста, будьте добры. Да, парень прав. Лишние руки пригодятся. А? Алло. Сейчас, погоди. Не нравится мне этот немец. Пора выбираться. Так, пацан? Спасибо. Премного благодарен. Собирай магазины с патронами и валим отсюда. А как же я? Алло! Эй! Нет. Никакого оружия. Ладно, никаких игрушек. Да и не надо. Кому они нужны на такой чудесной прогулке? Вперед. Будьте начеку. Не отставать. Двигай. Хорош меня дергать. Потом переспите, хорошо? Чисто. Идем дальше. Чисто. Не отставать. Спасибо, Кэп.
Сюда, Анил. Чисто. Отлично. Выход скоро. Пошли. Давай, шевелись. Так. Черт, главный вход где-то здесь. Ребят, вы напоминаете мне одного бывшего друга. Про булку не слышали? Проводник от бога. О, господи! Назад! Черт побери, блин! Ты же мать! Анил! У тебя что, язва желудка? Вали его! Дерьмом за километр несет! Убиваешься! Зашибись. Отлично. Что? У него был мой автомат, засранец. А, прости, что спас тебе жизнь. Пожалуйста, Германия, брат. Окей. И? Удивить хотел? Ого! Круто. Американские санкции. Пацан. Офигеть. А мне? Можно гранату? А? Ну, пожалуйста. Маленькую. Обещаю взрывать только фашистов. Наверное, подкрепление. Возможно, есть выжившие. Как нельзя вовремя. Стойте здесь и не шумите. Да, все понятно. Это лейтенант Тейлор. Армия США. Со мной двое выживших. Радиосвязи нет. Эй! Это лейтенант Тейлор. Армия США. Кто здесь? Не стреляйте! Нет! Нет, Тейлор! Поднимай голову! Кто где стоишь? Сэр, у нас двое выживших! Сэр? Сэр, прием! Двое выживших! Стреляй! Стреляй его! Стреляй! Хоть раз послушай меня! А? Сейчас вроде безопасно. Пошла. Отлично. Да. Ну ладно, сам напросился. Нет, нет, нет. Стой. Не стреляй. Штоп. Битте. Зигерхерцумер. Данке. Что? Не спрашивай, потом расскажу. Только не это. Выходы заблокированы. Режим экстренной ликвидации. Повторяю. Эй! Эй! Откройте дверь! А ну-ка, открывайте! Эй! Черт! Ну же! Чтоб вас зомби сожрали! Черт! Блин! Какого? Thank you.
там? Прекрати стрельбу! Пожалуйста, скажи, что это такой солдатский будильник. Вот дерьмо. Это типа мини-атомная бомба. В авторежиме. Что? 5 килотонн. Достаточно, чтобы смести все вокруг, но наверху будет слышен только хлопок. Атомная бомба? Ты что, издеваешься? Они не могут взрывать здесь атомные бомбы, мы в Германии! Еще как могут. Не волнуйся, мы поджаримся, а здание останется цело. Ну ладно, отлично. Стало гораздо легче. Ну вот и молодец. Мы теперь кто? Соучастники? Чего расселась? Выключи ее как-нибудь! Никак. Даже пытаться не буду. Шансов никаких, это же ясно. Чёртовы ублюдки! Прости. С чего бы? Ты тут ни при чем. Мы мясо. Всем плевать. Да, но если бы не это, бы здесь не очутилось. Ладно, раз уж ты напомнил, это все твоя вина. Дождемся большого взрыва. Ты ничего не почувствуешь. Звучит не очень. Переживешь. Сомневаюсь. Плевать. Интересный конец. Хэппи-энд. Чего? Меня зовут Маркус. Дебби. Я собиралась поплавать, когда поступил приказ. Могла бы на пляже с друзьями нежиться. Что ты сказала? Поплавать, выпить баварского пивка. Ну, конечно. Плавать. Я идиот. Я знаю, как выбраться. Что? Как? Пойдем вниз. Это прикол? Мы потом с тобой пошутимся, хорошо? Идем, солдат, нам пора. Было оповещение, что все двери заблокированы. А кто говорит о дверях? Как я сюда попал? Доверься мне, Дебби. Ладно. Веди меня, крутыш. Ага, ладно. Без проблем. Мы все успеем и найдем выход. Легко. Все в порядке? Не спрашивай. Слушай, а я тебе говорил, что люблю девочек в форме. Как все закончится, мы это проверим. Сзади! А что, сомнения? Повнимательнее, ладно? Ладно. Уверен, что мы идем туда? На все 100. Бери левей.
черт, только не Пол. Знакомый? Ага, симпатяга. Нормально. Останешься на пару секунд, и начинается. Держись, Дебби! Бег! Отлично, повеселились. Фу. Ты в порядке? Вроде да. Отблагодаришь позже. Пошли. Маркус! Он взял мой шлем! Тупая башка. Значит, оставишь мне телефончик? Нет. Ладно. Просто секс меня тоже устроит. Куда идти? Налево. Надеюсь, выход все-таки там. А то начинаю к тебе привыкать. Это называется харизма. Свистун. Погоди. Погоди-ка. Знакомое место. Да. Слушай, нам туда. К двери. Почти пришли. Хорошая новость. Когда я сюда шел, никаких зомби не было. Хорошо бы. У меня боеприпасы на исходе. Тише да гладь. Это была гей-зомби-вечеринка. Отжиг закончился. Не закончился. Нет, 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 осторожно. Догори в аду. Что? Красиво? Черт! Это и был выход! Дерьмо! А другой есть? Это единственный выход. Черт! Погоди-ка, есть идея. Отойди. Смотри и учись, солдат. Скажи, я крут? Позер. Девчонкам такие нравятся. Ага. Стой! Что там? У него душа пожарного. Пожалел? Так. Вроде все чисто. Ищи лестницу. Нам туда. Ну вот, почти пришли. Беги! Беги! Давай, шевелись! Беги, Дебби! Давай сюда, Дебби! Беги вниз! Они идут! Бежим, Дебби! Где же выход? Патроны почти все! Уже рядом! Я уже это слышала. Их тут дофига. Чего они встали, как вкопанные?
Батарейки сели. О, нет. Твою ж мать. Хренася, он мой. Ладно. Черт! Ну ладно. Степан, ты что с нашей страной сделал? Я тебе... Я тебе устрою налево. Гнильцер. Ну все, ты меня реально напряг. Чака Норриса показать? Лови! Ты сейчас еще выхватишь! К черту! Очнись! Я... Вставай, Дэби! Где он? Бежим отсюда! Строчи в Майнкамп! Забей, уходим! Я чуть не завалила его. Давай сюда. Слушай, Дебби, задержи дыхание настолько, насколько сможешь. Плыви, не останавливайся. Давай. Что? Уходи, Дебби. Сейчас. Вот же. Еще. Сейчас как рванет. Без тебя я не пойду. Берегись. Позвони мне. Нет! Ладно. Давай, младенчик, иди к бабочке. О, Маркус! Маркус, очнись! Дыши! Молодец! Ты в порядке? Мы выбрались! У нас получилось! Назад, солдат! Дальше мы сами! Сэр, мы на месте. Груз к отправке готов. Выдвигаемся. Мы на пути к точке сбора. Вертолеты готовы к отправлению. Миссия выполнена. Конец связи. О, доктор, он пришел в себя. А где тот толстяк из машины? Удрал. Машину бросил. Поисковый отряд уже ищет его. Скоро найдем. Задержать как можно скорее. Есть, сэр. У него было это. В каком она состоянии? Ничего серьезного. Оставьте нас. Да, сэр. Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 5, чтобы получилось joycasino5.com. И вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах. Мусор. Знаешь, история пишется не чернилами. Она пишется кровью.
Спрашиваю один раз. Имя и местонахождение сообщника. Сюда. Ближе. Ближе. Еще ближе. Последний шанс. Где твой сообщник? Говорю один раз. Иди нахер. Вместе со своей армией. Уже сходил. Нет. Нет! Вы убили его! Нет. Санкционировал и привел в исполнение казнь. Обоих. Какого черта? Вы идиоты, все записывалось! Быстро найдите этого жердяя и запись! Нет, вперед, 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 вперед! Твою мать! Фильм озвучен на производственно-технической базе студии дубляжа Lucky Production по заказу компании «Ракета Релизинг» и «Кинологистика» в 2016 году. Перевод Елена Лащ и Анатолий Сергеев. Пока займись вторым. Что за ерунда? Ты о чем? Производство Германии. Круто. Дай сюда. Ну-ка посмотрим. Прикинь, это камера. Ха-ха-ха. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Черт! Адольф был слепой. Смотри, какая лупа. Чего ты пришел? Я верю в тебя. Единственный человек на всем белом свете. А еще твоя сестра шикарная тёлка. Ты уверен, что все правильно? Я ни хрена не понимаю. Хотя сам немец. Уверен. Я много месяцев изучал материал. Мы вот-вот найдем золото Рейха. Круто. А секретное оружие? Нойшвабенланд, пришельцы, НЛО... Чушь. Дурацкие мифы. Чтоб пустить пыль в глаза и скрыть правду о золоте. На сайте написано, что все правда. А что если да? Нет, там ни слова правды. Что бы ни было в тех катакомбах, я это найду. Псих. Пухля, когда костюм будет готов? Хочу действовать. Недели через две, не меньше. Еще две недели? Смеешься? Костюм и камера прототипные, поэтому так долго ждать. Тогда хорош жрать, принимайся за работу, пухля. Или ты хочешь превратиться в Джаббу? Объясню как. Давай скажем про твоего отца. Что? Расскажи про отца. Армия там, секретность и прочая крутотень. Чувак, не мели чепуху, пожалуйста. И про свою шикарную сестру. Эй, сестру не приплетай сюда. Отлично. Этот блокнот – дневник Якоба Штайна. Он был еврейским заключенным в Дахау. Пахал на заводе Мессершмитт в Обер-Аммергау. Погоди, это важно. Дай сниму. Что? Чего ты делаешь? Снимаю крупным планом, как хороший режиссер. Секундочку. Режиссер не ты, а я. А ты просто оператор. У тебя нет права голоса. Ясно? Усек? Понятно. Но это очень важный дневник. Он старый, в нем какая-то тайна. Ключ к тоннам золотых слитков. Надо его показать. Ух ты, сиськи. Круто. Он точно в самом делешный? Нет, блин, на eBay купил. Конечно, он реальный. Слышь, пухля, а что если там какая-нибудь тайная нацистская хрень? Или даже лучше, подпольное общество, вроде фашистов с Луны? Просто сказал. Все, снимаю. Отлично. Это
Внешний забор. За ним военная база. Я придумаю, как тебя туда провести. А потом доставим тебя к верхней дамбе. К верхней дамбе, ясно. Если дневник Штайна не врет, там тайный вход в запретную зону. Да, и куча нацистского золота. Мы разбогатеем, чувак! Так разбогатеем. Мы в тоннеле, который раньше относился к катакомбам Мессершмитта. В этих тоннелях складировали запчасти самолетов. Очень продуманный ход. Круто, ага. Полные грузовики въезжали в тоннель, а выезжали уже пустыми. Так они годами дурили воздушную разведку. И то же самое делали с золотом? Да, думаю, да. По официальной версии, золото переправили в Орлиное гнездо Гитлера в Альпах. Ага. Но его там не нашли. Томас, тут холодно и сыро, и ни хрена не видать. Мы на месте. Ясно? Это единственное неогороженное место катакомб. А здесь... Хочешь узнать, что по ту сторону? Золото? Прямо за этой скалой тонны чистейшего золота ждут, когда мы за ними придем. Ты придешь. Черт. Круто. Возьми камеру, Пухля. Давай сюда. А чего просто стену не взорвать? Нафига я все эти пляски с бубном? Так же будет проще. Даже не думай. Военные прискачут в два счета. И потом, я же не террорист и не прячу в подвале центнер динамита. Пошли на выход. Еще кое-что покажу. Не самая лучшая идея пробираться на американскую военную базу посреди ночи. Видишь караульных? Пока нет. Я вообще нифига не вижу. Дай включу подсветку. Нет, караульные увидят. Ты сказал, караула нет. Вон там нет, а здесь есть. Я все просчитал. Мы с отцом тут 100 раз были. Блин, караульные! Нас заметили, беги! Я бегу! Шевели пухлями! Я бегу! Я на пределе сил! Бегу! Скорее в машину! Быстрее! Беги же, беги! Беги! Черт! Ты засранец долбанный! Ты... говнюк! Ты бежал на пределе сил! Не смешно. В процессе съемок ни один зомби не пострадал.